Че, всем привет, ребята, с вами Тёмыч. Решил выбраться сегодня просто. Нашелся любой повод съездить на речку, взял мотоцикл, машину поставил. Нахер она нужна? Уже как и всем известно, круче мото нет коня, а машина то херня, все знают. Ну так вот, поехал, приехал до речки, и по дороге что мне пришло в голову? Что, в принципе, сейчас уже начинается сезон орехов, а у нас здесь есть ореховые деревья. Ну, я, по крайней мере, слышал. Узнал о парочке мест, собираюсь ехать туда, искать их, собирать орехи. И, в принципе, если найду, то вы увидите, как Тёма лазит по деревью, как макак краснопопый. Так что сейчас собираюсь, еду, еще деревья, включаемся уже непосредственно там, где есть это самое ореховое дерево. Погнали! Пальцае веретено, не ясен еще маршрут. Но где-то так заведено, верят тебя и ждут. На трассе ты не одинок. Раз надо, поможем всем. То прямо несется, то в бок жизни твоей шоссе. Если в душе ты байкер, сердце твое в дороге, топлива хватит пакет, рано столбить итоги. Встретят тебя объятья ветра по автострадам. Байкеры — это братья, звездам нас... Долго ли, коротко ли, нашли первое дерево орешник. Вот он, погнали. Пускай мототайка отдыхает, да и так перегрелась. Надеюсь, найдем много-много орехов. А если не найдем, то похеру, главное, чтобы покатались. Короче, нашли орешник, вот он надо мной. Ну, тут как будто мамай прошел, рядом населенный пункт, и видать люди собирают. Молодежь нашел только вот такой вот орешек. Сейчас попробую расколоть. Так, фу, у меня это получилось. Так. Мне хорошо понравилось. Я-то знаю, где еще в одном месте есть орехи. Так. Фу. Вот такой вот орешек, ребят. Сейчас пробуем на вкус. Сырой. В целом неплохо. Ну так вот. Бывшее, точнее нынешнее озеро. Раньше там добывали песок. Да, не знаю, на полпути по-любому получится проехать. Раньше там охранялось. Попробуем туда добраться. Это отсюда может быть километров 10. Короче, едем туда, там включаемся, покажу дорогу. Может быть и озеро, там раньше карпа разводили. Карп там до сих пор есть. Много карася было. Сейчас все загубили электроудочками. Но я помню, что там было два дерева орешника еще. Может быть лет 12-15 назад там был на рыбалке. Конечно, там была рыба. Так что едем туда. Если мне не изменяет память, то это эта дорога. Сейчас проверим. Перекресток до хера дорог. Куда же ехать? Ничего. На съемник неприхотливый. Бензина полбака. Даже побольше. Едем. А, прям по розам. Точнее, по шлему. Дорога по-любому приведет. Надо будет на камере пересмотреть, не показалось то, что леса пробежала. Или это тени играют. Будет здорово увидеть что-нибудь. Если камера засветлила. Что-то нас водит кругами. Ура, ребята, свалка, ура! А я думал, их нету здесь хотя бы. Смотрите, китель висит. И что здесь у нас, свалочка? А мы пойдем за свалочку.
покурим немножко. Если еще условить, то что мы вдвоем, это вообще крутяк. Ёбрик, ты жаришь. Дорога, по-моему, закончилась, или она продолжается. По моим подсчетам, там дальше должно быть озеро. О, зараза, опять какая-то дубина валяется. А мы ее... Заньки, спрыгни. Съемки продолжаются, погнали. Ты не ты, когда голоден, но есть какие-то стикерсы Марса, ну то, лучший кусок мяса и пивас. Так, за рулем пока на легку. А если мне не изменяет память, озеро должно быть там. Может быть вот там. Ну или там. Ну, мы пойдем по центру и, думаю, не ошибемся. Погнали. Главное, мотик в лесу не просрать. Запомним, где стоит. Как и водится у меня постоянно, мы ничего не нашли, никаких орехов, никакого озера. Нужно будет в следующий раз обязательно поехать и по навигатору уже найти непосредственно то, что мы ищем, как говорится, нашу заветную цель. Иначе без этого у меня ничего не выйдет. Ну что, ребят, всем счастливо, всем пока.